нас началась со вчерашнего дня. Как только дождь пошел, нас сразу всех на линию. Вот. И со вчерашнего дня всю ночь. И вот по настоящий момент веско соляной смесью посыпаем. И хлоридами поливает. Да, вообще было сложно, потому что даже трактор не едет. Не то лишь-то уже говорить о пешеходах. Вот. И как бы сложно это, сложно. Да еще люди некоторые не понимают, бывает даже не отходят. Приходится как-то маневрировать, объезжать. Ну и, соответственно, движение большое в городе. Это тоже затрудняет, поэтому мы стараемся. Обрабатываем все по мере возможностей. Ну, в первую очередь, это дороги первой категории, второй категории, где более много людей, машин. Вот эти дороги в первую очередь.